Начнем выпуск с назначений в Карагандинской области. В Саране новый аким. Градоначальником стал Сергей Касимов. Нового главу городка представил аким области Абельгази Кусаинов. Сергей Касимов родился в 1951 году. Окончил Карагандинский политехнический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве. По квалификации инженер-механик. На государственной службе он работает с мая 2006 года. Возглавлял отдел аппарата акима Карагандинской области. Затем был назначен акимом Октябрьского района Караганды. С июля 2011 года до своего нынешнего назначения Касимов являлся заместителем руководителя аппарата акима области. Вы знаете, он здесь работал продолжительное время. До этого с 6 по 12 год возглавлял Октябрьский район города Караганды. Очень хорошая школа. Я думаю, что он справится успешно с поставленными перед ним задачами. Напомним, предыдущий аким Сарани Виктор Иванов в августе был арестован на 2 месяца. Иванов, бытность заместителем акима Караганды, возглавлял госкомиссию по приемке рухнувшегося дома в микрорайоне Бесаба.